Голые землекопы — это небольшие грызуны, которые поразили ученых своими суперспособностями. Эти грызуны известны своим исключительным долголетием, а также устойчивостью к раку. А совсем недавно выяснилось, что на этом их суперспособности не заканчиваются. Ученые из компании Google доказали, что голые землекопы не стареют, а следовательно, с возрастом у них не повышается вероятность смертности. Ответить на вопрос, почему не стареют эти млекопитающие, пытаются многие генетики. Вся информация об эликсире молодости хранится в генах, и нужно ее просто расшифровать. Изучением различных генетических особенностей занимается не только Google. В Казанском федеральном университете функционирует Центр превосходства регенеративная медицина. Одна из задач данного центра — изучение регенерирующих способностей организмов. Поэтому учеными КФУ разрабатывается технология 3D-биопечати органов. В отличие от обычных 3D-принтеров, которые печатают, скажем так, неживой материи, 3D-биопринтер, он способен печатать живыми клетками. И потенциально в будущем, конечно, это выход на печать тканей и органов для трансплантации под заказ. Приятно отметить, что 8 февраля, в День науки России, сразу несколько ученых из Казанского федерального университета получили награды. Проректору по биомедицинскому направлению Андрею Киясову и руководителю Центра превосходства Альберту Резванову была вручена премия имени Владимира Энгельгарда в области биологии за цикл работ «Генная и клеточная терапия в регенеративной медицине». А это, в свою очередь, доказывает научную ценность казанских ученых. Артём Тупичкин, Олег Кашин, Универньюз.